Псковской области пройдет туристский слет учащихся союзного государства. Участие в нем примут 28 команд из России и 7 команд из Республики Беларусь. Это победители и призеры региональных туристских слетов и соревнований. Мероприятие пройдет в очном и дистанционном форматах с 12 по 17 июля. Этапов будет 4 – школьный, муниципальный, региональный и федеральный. Участвуют команды из 8 ребят до 18 лет и 2 руководителей. Каждый коллектив должен иметь с собой снаряжение и инвентарь для организации походного проживания и питания в условиях средней горной местности, в том числе и на поляне финала слета. Ребята посоревнуются в ориентировании на местности, пешеходной эстафете, спортивной орбите и состязании за бег. Они также пройдут контрольно-туристским маршрутом «Движение – жизнь». Финалистов ждут походы разной степени сложности. Лучших наградят дипломами и памятными призами. Туристский слет организовали, чтобы повысить популярность активного отдыха, туризма, краеведения, походов и экспедиций, а также уровень патриотического воспитания ребят.